Образцовой семьей Казахстана стала чета Бимахамбетовых. Семья из 8 детей, 33 внуков и 15 правнуков получила главный приз из рук президента Нурсултана Назарбаева. Напомню, в столице прошел финал национального конкурса «Мерилет Басса». В последний этап вышли 16 семей со всего Казахстана. Отмечу, в конкурсе приняли участие представители 15 национальностей. Кроме того, среди участников были 34 интернациональные семьи. Президент вручил главе семейства Бимахамбетовых ключи от микроавтобуса отечественного производства и диплом. А если бы все 33 внука и правнука пришли, сколько здесь было? Победителю сегодня я вручаю ключи еще вдобавок. Вот универсального. Это универсальный микроавтобус, который производится в Казахстане. Мы сейчас стали автомобильным государством. Это семейный автомобиль отечественного производства. Мы такие бахтарные звезды. И включение микроавтобуса казахстанского производства. Я подумал, когда вот этот микроавтобус мы решали, что все остальные 15 победивших семей достойны такой же награды. И очень трудно было выбрать из всего. Если по профессии, вот где 500 лет общий стаж, если по другим вопросам, по другим. Ну вот мы решили, комиссия так решила, что самая многодетная семья должна была получить. Но все остальные 15 победившие семьи получат автомобиль казахстанского производства, все финалисты. Сейчас это отсюда выйдете, там будут стоять, сразу поедете в этой машине. Позвольте поздравить прежде всего вот победителей, которые получили гран-при. Такое мероприятие будем проводить ежегодно. Надо готовиться, чтобы детей побольше за это время, внуков побольше, правнуков появилось, да, это Казахстану нужно. Поэтому желаю всем крепкого здоровья, всем семьям, не только тем, кто победили, но всем казахстанским семьям здоровья, мира, согласия, благополучия и счастья. Сегодня в 21:30 смотрите на нашем канале спецвыпуск с торжественной церемонии награждения национального конкурса «Мерилет Басса». А мы продолжим выпуск другими темами.